Насколько продвинулся ремонт детской инфекционной больницы и как футболисты «Нефтехимика» сыграли против тольяттинской «Лады»? Это и не только вы узнаете прямо сейчас в студии. Александр Акишин, здравствуйте. Ремонт детской инфекционной больницы выполнен примерно на 60%. Сегодня ход работы проверяли специалисты из Казани. Масштабная реконструкция лечебного учреждения началась еще в апреле. Здание не ремонтировали более 30 лет, поэтому силы средств на приведение его в порядок требовалось много. Деньги, это более 30 миллионов рублей, выделил республиканский бюджет. Здесь утепляют фасады, стены, меняют окна, кафель, полы, витражи и систему вентиляции. Поменяется не только внешний вид палаты, коридоров, но и условия пребывания. Обещают, что кроме всего прочего, здесь появится кабельное телевидение и Wi-Fi. Все подробности в итоговом выпуске новостей 18.30. В городе запустили дополнительный трамвайный рейс по третьему маршруту. Об этом жители Нижнекамска просили давно. Всего трамваи под номером 3 делают в день 22 рейса, теперь их станет 23. На первый взгляд увеличение незначительное, но в масштабах города, особенно для сотрудников шинного завода, лишняя тройка ощутима. А все благодаря тому, что навстречу транспортеру пошло руководство шинного комплекса. Кстати, шинники, пользуясь этим маршрутом, за проезд не платят. Делает это за них предприятие. Конец проспекта Химиков ремонтируют. Участок улицы от Менделеева до Лесной теперь будет с новым асфальтовым покрытием. У водителей этот отрезок дороги уже давно вызывал недовольство, поэтому ремонт здесь стал настоящим событием. Работы будут завершены к концу месяца, сейчас дорога частично перекрыта. Футболисты «Нефтехимика» сыграли матч на выезде против тольяттинской «Лады». Хозяева открыли счет уже на 17-й минуте. Но под занавес первого тайма нижнекамцам все же удалось забить гол. Сделал это Федосеев. На 57-й минуте матча соперники снова вышли вперед. Но «Нефтехимик» не позволил тольяттинцам отпраздновать победу. Денис Мухамединов установил на табло окончательный счет встречи 2-2. И немного о погоде. За окном все те же 6 градусов, а завтра природа готовит нам температуру в плюс 4. Уже через полтора часа в эфир выйдут итоговые новости, а вот одна из тем выпуска. Всплеск детской пневмонии. Дома не было горячей воды, вот мы заболели. Сейчас еще и тепла тоже нету, как говорится, на улице холодно. Вот результат. Чем он вызван и как не попасть в зону риска? На этот же час у меня все. До свидания.